Доброго дня, з вами Обозреватель Лайф, в студії Євгенія Костіна, Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні людина, яка загально відома як Серж Марко. Ну, власне, мережева популярність, вона така. І доброго дня. Доброго дня. Можна не боротися? Ні, ну що, можна і поборотися, але у нас для цього інші ефіри, там камери по-іншому налаштовуються. Так. Будемо говорити сьогодні і тему, якісь соціально-політичні теми, які відбуваються в державі, і про інформаційну війну трошки поговоримо, ну і, звичайно, тему армії. Безперечно, теж торкнемось, зачепимо. Хотілося б, якщо ми говоримо про війну, все ж таки, ну, на дайджесті це освітлювали. Зараз ось чергово, як привикли говорити, загострення. Я знаю, дуже багато волонтерів відразу обурюються загострення. Там війна йде постійно. І вони від слова загострення фактично дуже так реагують емоційно. Але в цілому, ну, знов втрати пішли такі, ну, втрати загиблими, я маю на увазі. І кількість обстрілів зараз виросла, знов, більше 70 вже кілька днів підряд йде. Чем это может быть выпуклено, на ваш взгляд? Ну, я не обижаюсь как бы на слово обострение, если что, потому что оно реально так и есть. То есть у нас действительно линия много километров, и у нас идет позиционная война, где обе стороны очень хорошо окопаны, где линия практически не меняется, и если там где-то и происходят какие-то активные бои, то обе стороны, они все глубже и глубже закапываются просто в землю для того, чтобы... Ну, потому что там, где горячее, там... Надо как бы себя защищать, да, то есть, и все эти обстрелы, они становятся все более и более неэффективными, как бы, ну, все вот сходит на ноль, да? То есть, чем сильнее ты укрепился, тем, сказать, тем быстрее противник поймет, что это все бессмысленно, да, то есть, и даже там те 70 обстрелов по всей зоне АТО, да, то есть, они, ну, они не такие, как бы, критичные, как хотелось бы, это плохо, гибнут люди, но надо понимать, что зона АТО, она не может без обстрелов. То есть, что бы мы ни делали, как бы мы там ни старались, там не будет тихо, там не будет спокойно, и ни наша, ни их сторона, она не остановится на том, что мы будем сидеть, вот колупаться в носу и ничего не делать. Нет, обе стороны будут что-то делать, и там будут постоянно боевые действия. Поэтому как-то так. Останнє там, здається, біля Бахмутської траси, от зараз да. Там загострення йде. Дехто говорить в зв'язку з тим, що українська позиція, українська сторона, не порушуючи Мінські угоди, зайняла більш зручне положення. І це трошки, так би мовити, збудило ворога, він почав реагувати якось інтенсивно і панікувати, почав щось робити. Ну, наскільки, за вашу інформацію, це підтверджується? Наскільки я знаю, ну, все отак от і відбувається. Тобто всі обстріли, які... происходит. Ну, давайте поймем вообще общую ситуацию. На той стороне, вот я там владею, там, имею там определенный доступ там, к перехватам, к общению, к тому, что там творится, там то еще зазеркалье. Там просто надо понимать, вот я бы хотел, чтобы вот люди имели информацию оттуда, ну, нельзя ее вываливать, да, то есть, как бы, потому что это, ну, это перехват, это там секретная информация, но там просто трэш. Ну, загальную картину хочу. Так. Да, то есть, там кто-то в окопе вколол себе двойную дозу наркотика и загнулся. Там какие-то там люди бухали, один прыгнул в окоп, сломал ногу, его там забили прикладами. Там из-за какой-то там жены ополченки там перестреляли друг друга 5 человек. То есть там какой-то трэш творится. Там ты вот это вот все читаешь, что происходит, ты понимаешь, что там просто сказочная какая-то страна. Если вот это все, оно там сюда дойдет, и вот это вот будет там твориться в наших городах, то это же будет вообще кобзец. То есть мы там смотрим, мы там жжем там с комендантского часа, с того, что происходит там в Донецке, в других городах, но это вообще не смешно. То есть я не понимаю уровня вообще, в принципе, тех людей, которые там находятся, да, то есть. И эти люди, они, надо понимать, да, там есть какой-то определенный процент, которые действительно там мотивированы до сих пор, какие-то идейные и прочее, но он достаточно небольшой. Все остальное можно как бы назвать одним словом сброд. И этот сброд воевать не умеет. У нас находятся, то есть, две окопанные линии, и каждый командир, он хочет себе преимущество в районе, ну, на том театре боевых действий, на той линии соприкосновения, за которую он отвечает. То есть, по-любому, он будет копаться, устанавливать какие-то огневые средства, усиливать позиции, перекрывать, там, делать огневые мишени. То есть, он будет делать все то, чтобы, не дай бог, что-то произойдет на этой линии, чтобы его линию не продавили. Чтобы у него бойцы не побежали, чтобы у него не было потерь. То есть он будет усиливать свои позиции. И в желании, то есть та сторона, которая боевиков, она в принципе, ну, может быть, она тоже хочет, но она как бы не имеет обычно возможности там, в том числе как бы вот здесь, да, то есть это там организовать. Поэтому
когда у нас, это при том, что эта территория по Минским, опять же, то есть по Минскому разграничению наша, то есть очередной командир там решит, так, вот высота, вот если я вот здесь вот поставлю, там, скажем, сделаю капонир, да, и загоню туда БМП, то есть она же по Минским соглашениям разрешена, то я там смогу еще вот этот участок контролировать, я еще там смогу в случае чего там прикрыть там вот этот вот ВОП и вот эту НПшку свою прикрыть, там ту кукушку, там все. То есть отлично. То есть в итоге там он окапывается, делает капонир, туда вот бурча заезжает это БМП, и там начинается минометы, артиллерия. Протирание есть, черговое. Да, то есть новый фактор вплыву, и, звичайно, начинается. Потому что они ничем и по-другому не могут, то есть прицельно они эту БМП подбить не могут, уничтожить эти позиции они не могут. То что же они не могут? Они могут не дать копаться, не дать организовывать, не дать выгонять эту технику постоянными артиллерийскими обстрелами. Потому что, ну, конечно, когда на тебя с головы сыпется столько металла, то есть ты там, ну, ты сидишь, блин, даже и ничего не делаешь. То есть это обычная их тактика, и они просто по-другому не воюют. Надо понимать. То есть, ну, исключение составляет только, когда там подтягивают из России там какие-то подразделения, и тогда они там уже там совместно что-то там организовывают. Организовывают обстрелы в мирных кварталах. Про це хотілося б поговорити, да. Що зараз, ну, ну, то танк був по, здається, по Авдіївці, чи по Мар'їнці. По Авдіївці, там ще, ну, опять же, там на Бахмутському шлях, на самом деле, називається Бахмутський шлях. Ну, то там їхати туди далі. Вот, і вони реально б'ють із танка шараша тут. То там пресс-штаба, ну, то они бьют куда попало. Давайте смотреть. Они просто мимо бьют, так, да, получается? Они стреляют из танка. Есть такое, такая вещь, это стрельба из танка по навесной траектории. То есть танк, он в основном же стреляет как прямой же, да? То есть, ну, то есть он хочет галбичный. А есть, да, а есть как бы еще, да, вот такой вот как бы мортирный способ стрельбы. И он как бы, мягко говоря, неточный. То есть, да, танк он может выехать, как бы откидать там контейнер, да, то есть, и уехать. То есть, и в принципе, там, ну, понятно, что когда там 25 снарядов ты там положил примерно там по какой-то, то что-то там куда-то долетит. Но это достаточно неточная стрельба. Зато танк так может стрелять и на 7, и на 8 километров, и на 9. То есть, достаточно далеко, но не точно. Ну, а зато он в безопасности, потому что если ты разворачиваешь там гаубичную батарею, да, то есть у тебя есть вероятность того, что ее там поразят, и все эти самоходки даже, они, по сути, у них там какая защита, противопульная, там противоосколочная, да, то есть и то против мелких осколков. А танк это такая вещь, которую, ну, очень трудно поразить, если она где-то там в 7 километрах выехала, куда-то там отстрелялась и уехала. Ну, то есть уже мобильно, да. Да, поэтому они, ну, боевики используют, и россияне используют такой способ, а то, что там, ну, погибнут мирные жители, ну, как бы для них это, ну, гибнут и гибнут, то есть, ну, и черт с ними. Наскільки при такому розкладі сил ймовірний, на ваш погляд, реальний серйозний наступ з боку ворога? Ну, смотрите, для того, чтобы был серьезный вот такой вот штурм, то есть должны быть сконцентрированы какие-то силы. То есть вообще, вот если брать вот эту всю территорию Донецкой и Луганской области за плацдарм, она очень маленькая. То есть все там пути, все, то есть сколько туда топлива заходит, все очень легко мониторить. То есть ты не можешь там за день взять и как бы загнать туда очень большую группировку. То есть тебе все равно на это надо время. В 2014 году, когда было вот это вот вторжение российское, да, то есть надо понимать, что у нас там вообще под границей стояло несколько десятков тысяч уже готовых, скажем так, частей, да, ну, человек имеется в виду, и было много частей. И то они завели, по сути, две БТГР. БТРГ, да. Они 8 БТГР завели или 9, я уже там не помню. Ну, что-то там, я не помню, там порядка 5000 человек, да, то есть это все, что вот они вот смогли вот собрать и вот запустить на тот момент при всех своих возможностях. Сейчас еще меньше. Они, может быть, и больше, но сейчас такая сумма... Я имею в виду дырочек, через которые они могут... Сейчас все, во-первых, окопано. То есть у нас есть, у нас все-таки там стоит пехота. И там уже не будет такого, как было в 2014 году, что там батальон просто снялся с дороги и убежал. Да? То есть и россияне просто вот так вот за день прошли всю дорогу от границы, просто вот так вот колонны вот так вот ехали и ехали. То есть и что ты сделаешь? А у тебя там войск нет. То есть тебе нечем их прикрывать. Не то, что там окопаны, вообще никого не было. То есть они просто вот так вот веловали, заехали, по сути, колонны. Да? То есть, и, ну и потом было, что было.
Вот. А сейчас такой ситуации нет. Для того, чтобы сейчас продавить переднюю линию, причем в любом участке фронта, даже там, чтобы перемешать эти там 400-500 человек, которые там отвечают там, за эти 10 километров фронта, ну вот так вот просто ты это не сделаешь. То есть ты должен туда заехать, создать там какие-то штурмовые отряды, ну, поддержку артиллерии, все. Да, то есть понятно, что это не дело одного дня, и нельзя это сделать незаметно. То есть это будет замечено, и будет какая-то реакция. То есть откроются ворота в бригадах ВДВ, то есть рванут у нас десантники как бы на подмогу, авиация, все, то есть начнет как бы распечатываться. То есть крупнокалиберная артиллерия, большой брат, будет, повезет большие трубы на восток, причем очень быстро довезет их туда. То есть не получится уже так, как в 2014 году. И, в принципе, это дает надежду, что, это, что они это тоже понимают, и все, что они смогут сделать, ну, выдвинув там штурмовую группу, это просто сделать еще одну мясорубку, в которой погибнут тысячи. Вот как на ваш поле. Может, это не наши? Ну, так, нет, на вине, просто, жаль, нет, так. Нет, просто понимаешь, в чем фишка? Ну, то есть не фишка, а их-то все равно уничтожают, а боевиков, и их там нет, да, на самом деле. Они несут большие потери, чем наши. Я правильно понимаю? Да, они несут большие потери. Ну, они же когда-нибудь закончатся, их там, ну, на оккупированной территории Луганского... Ну, 140 миллионов человек. Где? Нет, те, России. Ну, те понятно. Ну, ну, тебе только что сказали, что они не смогут ворваться крупными колоннами. Знаешь, но коллаборанты и... Мы не можем, да, произносить, ну, сепары, короче, правильно, скажу своими, да, именами, орки. Орки просто, их же там не так много, и действительно, вот там прострелили, там ногу сломал, его забили прикладом. Это нормально, просто я пришла оттуда, я знаю, что это нормальная история была раньше, только они были без оружия. А так вот примерно такое же все время было. Да, так раздали оружие, да, и как бы... То же самое, только на войне происходит. Просто их там на самом деле немало, и то, что там они гибнут, и это там даже их лидеры вот недавно признали, что там потери просто, ну, там скрываются, да, и они там колоссальные. Но они вот так вот могут еще годами вот умереть на передовой линии, и ничего мы не сделаем. Да, то есть. Тут питання трошки в іншому. Ну, тобто, да, на Донбасі там зараз щепились дві сторони, наша і ворожа, і там клінч. Ну, по суті, це позиційна війна. А дуже багато хто вказує на те, що є певні небезпечні інші напрямки. Тобто кордон у нас з Росією набагато довший, ніж лінія зіткнення, фронт на Донбасі. І якщо говорити про концентрацію, концентрація створюється іноді там за рахунок навчань. Ну, так в Білорусі, наприклад, які Запад, вони, Запад 2017 зараз проходить. Наскільки, на ваш погляд, ось такі навчання можуть бути небезпечними для України? Можуть, легко, дуже навіть можуть. І таких направлень, наскільки я знаю, 5. И учения, которые то есть проводились в 2015-2016 году, которые вот очень сильно не нравились военным, я в принципе могу понять, почему они не нравятся, потому что основная тема учений – это выгнали технику и побежали вперед там, за 400 километров через три водные преграды куда-то быстро, то есть она там ломается, фырчит, там, дохнет по дороге, все, но надо вот добраться туда как можно быстрее, что-то там сделать, выстроиться в какие-то порядки, то есть по каким-то совковым, да, то есть и все возмущались, я, в принципе, тоже понимаю это возмущение, когда ты хочешь там, да, там, звездных крейсеров, там, стандарты НАТО и прочее, а ты пытаешься эту БМПшку дохлую дотянуть там и погрузить на этот плот, да, который там переправит, или на этот понтон. Поэтому, но задача состояла в чем? То есть ГШ хотел понимать, насколько, то есть он понимает, что он не сможет создать столько войск, чтобы перекрыть там все направления. То есть сейчас там Донецкая, Луганская более-менее перекрыта, Крымская более-менее тоже перекрыта, а там Беларусь, да, то есть там Молдова, Сумы, у нас практически очень слабо перекрыто. Вот, поэтому, когда такая ситуация, что ты можешь сделать? Ты можешь как бы защищаться маневром, да, то есть ты можешь, ты должен иметь группу войск, которая должна где-то сняться, куда-то прибежать быстренько и что-то там организовать. И, по сути, все эти учения – это практически смотр, да, то есть, а вообще за какой промежуток времени у нас, ну, вот откроются ворота бригады, и кто-то там дочапает из точки А в точку Б, да, то есть. Поэтому, то есть, какое-то есть понимание, как это будет в реале. То есть, это группа швидкого реагирования, которая должна закрыть эту брешь. Да, вопрос, насколько она действительно быстрого реагирования, как бы, потому что учения и боевые это разное. Но, как бы, во всяком случае, были проведены эти учения, то есть, и много бригад их прошло, и понимание в боеспособности и в мобильности там, каждой бригады, оно какое-то есть. То, в принципе, не можно сказать, что мы совсем не готовы для такого развития подей. Да нет, ГШ, он... То есть, как бы там ни говорили там про ГШ, да, то есть, ну, там очень много грамотных и
достаточно уже опытных, да, там на третий год войны людей, которые у нас просто, понимаете, в чем дело? У нас, посмотрите, вот кто основные критики? Это люди, которые до 2014 года кем-то были, да, вот там в каких-то военизированных структурах. А после 2014 года они не нашли свое место в армии там, да, или там в каких-то структурах, но зато стали вдруг вот мегаэкспертами. Да, то есть они, вот как все плохо вот делают вот все те люди, которые... Окей, может быть, но они получили какой-то опыт за эти три года войны. То есть они в любом случае умнее, чем ты. Потому что у тебя был только опыт мирной вот этой вот Украины. Да, то есть, и те люди, которые вот попали в эту всю задницу с управлением на наших сбройных сил Украины, да, то есть военный период, они были такими же пиджаками, как и вы. Но они как бы получили этот опыт и что-то там сделали, а вы ни хрена не сделали. Да, то есть, вот, и, ну, они как бы критикуют. Вот, то есть ГША, действительно, там люди пытаются как-то развиваться. К сожалению, не все. Это очень-очень плохо. Высотки какие-то. Да я не знаю, я как бы не анализировал. Там вообще очень сложно, потому что мы, например, героизировали некоторых людей, которые себя действительно очень классно показали вот в 2014-2015 году. Это там полковники, подполковники, и они там стали там героями и прочее. Заслуженно стали причем. И мы их вознесли. Мы их вознесли в командование, и они там заняли там какие-то свои места. Но потом, как оказалось, мы это сделали зачем? Потому что нам надо было бороться с совок, да, то есть мы хотели боевых там полковников, комбатов, комбригов, вот, чтобы они вот руководили. Они оказались таким же совком, вот реально. Не все, но части точно. Почему? Потому что когда они стали там комбатами и комбригами? При какой армии и при каком командовании? При том же самом совке. То есть да, они люди военные, и у большого их количества, ну то есть у процента, да, то есть у них есть яйца, характер, и все-таки они люди, которые были при армии всю свою жизнь. И когда, ну, наступила война, у них были яйца, чтобы там вести бойцов в бой, самим воевать, не прогнуться, не наклоняться под пулями, но только их допустили к тому, чтобы они что-то создавали, да, то есть... А там все, совок, красить бордюры и прочее, прочее, прочее. И вот что с этим делать? То есть нам варто ждать, пока литехи и майоры нынешние дотянутся до этих постов, тогда то что-то может измениться? И то, этих литехи и майоров, им надо еще что-то показать. То есть им надо какие-то учения, то есть куда-то там НАТО, то есть как-то их надо обучить, потому что они, ну даже литехи и майоры, которые сейчас, ну вот очень много правильного в них, они тоже как бы, ну, они там приезжают в Десну, смотрят, а там бордюры красят. Ё-парасоты. Да, то есть им тоже надо что-то показать, чтобы, то есть они могут нести в дальнейшем то, чему они сами научены. А если мы сейчас, ну, то есть все знают, что у нас обучение и, ну, там, строевая и прочее очень сильно хромает. Ну, то есть... Ну, окей. Непогано було перейти. Про НАТО? Конечно, питай. Я хочу про НАТО. Я просто Бирюкова в прошлый раз спрашивала, хочу спросить и вас. Когда мы спрашивали Бирюкова, еще не было, вернее, был закон написан, но не был проголосован. То, что Украина может, в принципе, не потенциально, а идет в НАТО. Вот как вы думаете, во-первых, насколько важен этот закон, и действительно нам нужно туда идти, и сколько на это лет потребуется? И возьмут ли нас вообще? У нас просто есть какое-то, знаете, вот странное понимание, что НАТО — это мы должны все ездить на Абрамсах, стрелять джавелинами, и солдатик у нас весь такой должен быть, красивый. Наверное, да, красивый, как бы вот в американском пикселе, то есть потому что украинский пиксель — говно, а вот американский пиксель — зашибись. И еще и с такими вот американскими шевронами, если он только М-16, наверное, еще и негр. И да, акцентом. То есть это вообще будет идеально. Да. Ну, Blackwater, все дела. Да, бачу, сынку, что ты на москале. Да. Поэтому на самом-то деле, если посмотреть там часть войск, которые находятся в блоке НАТО, да, то есть они точно так же катаются на совковой технике. Вот, и на вооружении у них автоматы Калашникова, и что-то им это не мешает. То есть, да, они там постепенно там переходят, ну, потому что у них ВПК как бы постепенно перестраивается, но они тоже понимают, что это там на 20-30 лет, пока они там сами на Абрамсах будут кататься. А сейчас 64-ку или 55-ку там апгрейдили, и слава богу. То есть мы можем, ну, если мы приведем то оружие, которое у нас есть, в нормальное боеготовое состояние, потому что, например, в начале 2000-го года, значит, 2000-х годов, вот Хировский полк, впоследствии Львовская 80-я бригада, к
когда были неожиданные там какие-то учения, она выгнала весь свой состав, и 100% техники выехала за ворота, и 100% вернулась. И она была вся боеготова, и она вся стреляла. Это 17 лет назад. Да. Две штучки. Не, ну чему? То есть это не было нормально. Да, то есть эта техника ездила, стреляла, проходила смотры, то есть, и единственное, что там они там не хотели, чтобы им там влепили, что это типа лучшая часть, потому что ну, там этот рейтинг надо подтверждать, а это значит, что опять проверка, а пошло оно к чертям. Не дали, ну, да, то есть, но вот, так, вот такое вот у нас было состояние армии в начале 2000-х. То есть техника ездила, умела, то есть да, оно все было старое, оно там было, то есть и солдаты у нас ходили в дубке там непонятном, да, то есть все, но было чем воевать. Ну, да, в итоге мы там артиллерийские снаряды уничтожили, ракеты уничтожили, то есть технику справа списали. Постаралась их слить. Институты, да, то есть порубили, и все у нас стало зашибись. То есть к чему я это все веду? Что на самом-то деле есть, как привести эту технику в порядок, есть чем воевать, да, она там будет там даже старая, все такое. То есть НАТО — это блок в первую очередь. То есть это учение, это какие-то, это какое-то боевое слаживание с частями. То есть какая разница, если там слева едет там на БМП, да, там подразделение, а справа на страйкерах, если они там согласованы, имеют единые системы связи и знают, как взаимодействовать. То есть, да, в принципе, по барабану. И то может навалять серьезно противнику, и та единица боевая, и та может навалять. Чуть-чуть может быть хуже, но противнику от этого не легче. Ну, вот, поэтому в НАТО мы можем прийти. В пятій статті, що багато хто надіється, що в подальшому за нас може вписатися Штати і всі їх друзі. А в випадку, що... Це все-таки еротична мечта і фантазія бойовиків, що вже натовці воюють, вони стоять за річкою Лугань. Да, я знаю. Негры стоят, я даже парочку видел. Видели, USA is okay. This okay. Ну, да. Я сам езжу там на машине как бы с американским флагом, поэтому нормально. Так вот. Да, я один из Blackwater. К чему это все? Просто, ну, опять же, берем, например, Турцию и там Грецию, да, там. У них же там нереальные проблемы друг с другом. Они там друг на друга кидаются в горло. Кипр, да. Да, Кипр. Потому что Кипр, да, то есть. Но они в НАТО. Ну, вони... И они вполне могут начать воевать, никто за них не подпишется. НАТО. Было стрёмно, звичайно, если с Россией тоже договор НАТО подпишет сразу вместе с Украиной, и скажет, ну, разгребайтесь сами. Да. Но... Так не давайте ни ценных идей не подкидывать. Смотрите, разгребайтесь сами, это всегда будет нас сопровождать. С НАТО мы, не с НАТО. То есть, чем нам интересно НАТО? Это опыт. Да, то есть какой-то в управлении, системах связи, это допуск к каким-то технологиям, которые не имеет допуск Россия, да, то есть почему? Потому что эти технологии, они нам нужны на самом-то деле. Там берем элементарно там тепловизоры Archer, да, вот сейчас, хорошие тепловизоры, то есть их сейчас закупают ИМО, и слава богу, да, то есть они там допущены, то есть вот эти матрицы 22 микрокельвина, по-моему, чувствительностью, у России их нет, потому что запрещено туда поставлять, а у нас они есть. И наши украинские тепловизоры, которые, правда, собираются из зарубежных запчастей, они лучше, чем российские, которые собираются тоже из зарубежных запчастей, на самом-то деле. Вот. И вот эти вот шаги, да, то есть, когда нам дают технологии, а России не дают, этот разрыв, он со временем будет все больше, больше, больше и больше. Потому что мы уходим от того, чтобы воевать человеком. Мы приходим к тому, что надо воевать там, автоматизированной системой управления огня, там, артиллерийскими системами, там, тоже там, с каким-то там автоматизированным наведением, системами системы разведки, то есть и все остальное. Нам надо в этом развиваться, а России надо в этом деградировать. И тогда... По нашему плану. По нашему плану, ну да. И как бы со временем этот промежуток будет как бы все больше плану. И больше. Знаешь что? Потому что долгосрочно... НАТО нам для этого надо. Да, они же долгосрочно думают, что ну, скоро снимут, ну, скоро, не скоро им снимут санкции, и тогда можно будет завозить все это. Знаешь, в том числе, откуда можно будет завозить? Из Украины дешевле. Зачем им эти корабли надо были, как бы вот эти вот десантные, да, то есть, которые они у французов пытались купить? Мистрали. Да. Мистрали. Потому что у них флот в говне, ну, реально, мы заметили, да. Да, ну то, что у них там Кузя, как бы, да. Кузнецов, как бы. Зато его на радарах видно. Из космоса. Ну его там и на сонарах видно, потому что он что не плывет, он там оставляет за собой то Су-25, то Су-24 на дне.
Вот, так что там... Это подарки для будущих поколений. Да. Не, чтобы зворотний шлях запам'ятати. Авіанесуща. Дополнительні новіаційні технології. Ну, якщо серйозно, то ми дійшли до того, хто що думає, це інформаційна складова війни. Тобто вона дуже важлива зараз. Багато хто говорить, що не було б цієї війни такої, як вона є зараз, якби не було. Перша поразка, ну, важкий удар ми пропустили інформаційний, причому він тривалий, розтягнутий в часі був. І зараз держим. Ну, власне, хотілося б спитати, наскільки ми зараз вирівнюємо, не вирівнюємо цю ситуацію. А от чорто знаєте, це треба розуміти, які питання. В підручниках напишуть потім. Ну, да, от якраз от що я... Вот вам, пожалуйста, інформаційна війна. Вот показатель, кстати, да, это учебники. То есть, потому что учебники пишут, кто победители, да, то есть... Честно, не знаю. Последние, вот если взять там последний месяц, да, то в принципе достаточно неплохо. То есть мы получаем там безвиз, там на востоке у нас зарево просто такое вот вообще вот как бы газовое хорошее. Газ, опять же. Газ, ну да, ну это они его сами тратят, сами производят, не, сами тратят. И мы про Нафтогаз. Нафтогаз, кстати, да, то есть, ну там уже идет зарево в парламенте от партии Батьковщина, да, очень сильное. Ну, то есть хорошие новости на самом деле. Нас поддерживают, мы идем, и даже уже россияне говорят, что мы там можем там сколько угодно смеяться, что они там должны замерзнуть, гривна у них должна обрушиться и все такое. Но у них все получается, и им все дают. Вот что они просят, то им дают. Учения, тренировки там с натовцами, пошли в арбитраж, выиграли его, безвиз, нате вам. Ну, то есть, и уже все понимают, что там следующие шаги, там, да, возможно, там вступление Евросоюз и НАТО. Как бы там ни смеялись, ну, там, через какое-то время они тоже абсолютно логичны. Ну, они начинают занимать позицию лиса и виноград. То есть, лисица и виноград, что, типа, а, он все равно зеленый, кислый, то, что я достать все равно не могу. Да, 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 да. И в них такая игра начинается. Но все ж таки, то есть, насколько по максимуму... Львов перемышлен, между прочим, 183 гривни. Ничего себе. У меня такси столько не стоит туда-обратно. С работы на домой. Советские люди в булочную. Короче, якщо повертатись до цієї теми, наскільки ми використовуємо ці інформпроводи? Тобто інформпроводи дійсно такі, ну, дуже солідні, вагомі і в будь-якій навіть дискусії, якщо ми говоримо про інформаційну війну, їх можна спокійно класти на шальці терезів, і вони явно будуть серйозно. Ну, наскільки часто ми кладемо на ці шальці терезів і інструменти? Ось нещодавно, Мінстец... В смысле, да, Юрий, ну, да, Юрий Стец, ну я говорю Минстец, да, но он по здоровью ушел, как мы выяснили, да, он ушел по состоянию здоровья. Как вы оцениваете работу этого ведомства, чем можете вы взяли ее как-то оценивать? Ну, то, что я слышал о статье, я думаю, надо. Я думаю, надо, и даже уверен в том, что надо. Ситуация в том, что про Юрия Стася самое интересное вот от людей, которые его знают, или я слышал только хорошее, вот как о человеке, да? А вот о всей той системе, которую он возглавил, я слышал только, ну, не хочу материться. Не, ну, мы сталкиваемся, понимаешь, что мы здесь сталкиваемся с бюрократией, но, опять же, там, Минобороны, да? Все вот разбивается, все там, допустим, человеческая мужественность и все эти яйца Фаберже, о которых говорит, да, Серж, вот они разбиваются как раз о чиновничестве, может быть, вот так. Мне кажется, что он просто был не человеком. Вот у нас в стране очень как бы часто происходит так. Назначили. Да. Ну, то есть хорошая людина – это не профессия. Вот, да. Вот это вот я в армии вижу. И лояльность, да, – это же не главный критерий, повин быть. Наоборот, кстати. Нет, лояльность – это, кстати, один из основных критерий. Нет, я могу смотреть, почему лояльность. Лояльность певных идеям и принципам, чи певным людям? Если бы, ну, то есть я понимаю, что Стасин лоялен нынешнему президенту, да, но он же мог себе команду нормальную подобрать. То есть, а там, в принципе, ну, пусть бы они там делали там какой-то вау и фейерверки, как бы, и все бы были рады, и пофиг, что Стасин в этом абсолютно не разбирается. Я не могу сказать. Вот, да, реально, но я не могу одного. Пока что там все очень плохо, насколько я знаю. Это, ну, это вот как в армии, да, то есть приходишь, я вот тут снайперские винтовки привез. О, какие? А ты кто? Я командир роты снайперов. И ты не знаешь, что это за винтовки? Нет. А как ты стал снайпером? Меня назначили. Да, то есть, и тут ты думаешь, так, стоп, снайпер это там много лет обучения, там тысячи выстреленных боеприпасов. У нас просто назначили.
Да, то есть... Сегодня ты будешь снайпером. Да. Вот. Нормально. И, к сожалению, в политике точно так же. То есть назначили, почему? А больше некуда. Некого было. И у нас на самом деле очень много до сих пор и в армии, и в политике идет на культе личности. Вот если приходит вот такой какой-то человек с двумя саблями, который, я туда вот пробегу, прорвусь через стену, сейчас буду все делать. Вот там появляется какой-то результат. Причем он может даже там не быть особо даже медийным. Но все мы видим, что там идет результат, потому что человек упоролся и просто бежит вот одну за стену за другой пробивает. И таких людей хватает. Это и Коболев, да, то есть. И вот в Укргазводобывании сейчас такие люди. И в Министерстве обороны, хватает и таких людей. И они действительно делают много, и все с этим согласны. И рубка там идет сумасшедшая со всем этим делом. А где-то такие люди не пришли. Вот пришли, вот как правильно, лояльные бюрократы. Ну и там как бы трава не растет, как мы видим. Власне, да. Якщо ми говоримо про Росію, знову ж таки, війна у нас з Росією. Да? І говоримо про Росію. І цікаво, ваше, наскільки ви спостерігаєте за тим, що там за перебріком відбувається? Та не особо, чесно сказати. Наскільки ви оцінюєте тоді, ось зараз в них там День Росії, День протестів, щось там когось вже затримують, там Навального вже, по-моєму, пов'язали. Це національна розвага у них така, в принципі, насправді, ритуал. А ти вчора був в автозакі? Ні, не опозиціонер. Просто хотілося б поговорити, що, на ваш погляд, чи реально там Майдан просто, як в Україні? Головні відмінності між українцями і росіянами? Во-первых, у украинцев есть вообще Майдан, то есть у них его нет. То есть у них там есть Красная площадь, что-то такое. То есть у украинцев есть какое-то сакральное место, да, которое как-то, там это смешно не звучало, которое там еще черт знает откуда, там, с каких времен. То есть оно просто вот, сама идея там прийти там на какое-то место и вот сделать такой вот форум, как в Греции, да. Веча, да. То есть это все у нас как-то нам понятно, естественно и нормально. У россиян такого не было. У них была революция. То есть куда-то побежать и развалить какой-то там парламент, расстрелять танками, это у них есть. То есть они так делали, там, если в принципе посмотреть, там, то есть они там нормально бучу поднимали. Вопрос в том, что да, с целью. Просто разгромить парламент это у них одно, это... зачем-то это сделать, это другое. У них это было когда? Коррупция, олигархический контроль, то, что в России зараз... У нас тоже там коррупция, олигархический контроль, и мы с этим боролись. Но в России это все происходило только тогда, когда была смена власти. Просто одна власть сменяла другая. Как большевистская там монархическую, и до этого в том числе монархические там тоже сменяли друг друга, если там посмотреть как бы по истории. Поэтому... можно было придушить там иногда. Да. Поэтому в России, может быть, мне кажется, тоже только вот такая вот смена власти. Это, например, там Рамзан Кадырович со своей группой там каких-то башибузук, да, то есть на танках прибежит и скажет, мы настоящие россияне, и вообще я 16 лет первого русского убил. И вот это и выкинет как бы Путина из Кремля. Вот это может быть. А просто вот это вот оппозиционное их движение. Да, оно хрен всегда оппозиционное или оппозиционное? С учетом того, что там Росгвардии больше, чем оппозиционеров. То есть, какое оно оппозиционное? Они так быстро создали. И все. И решили проблему оппозиции. И теперь вся как бы оппозиция, она вот вышла, запаковалась в автозаке, поехала в отделение, написали заявление, все как бы разошлись. Да, сфотографировались. Там все дуже красиво зробили. Но фішка в тому, що ще може їх ось так штовхнути, на що завгодно, там, на танки, на парламент, і ще що. Я маю на увазі, якщо внутрішні соціальні, холодильник або все-таки... Та мені кажется, що там, якщо щось пойде, то воно пойде не в Москві. То есть оно там пойдет в Сибири, да, то есть Владивосток, то есть там, где люди, как бы, они от этого всего, во-первых, надо понимать, что Москва это отдельная страна, отдельное государство у них там, а проблемы, как бы, именно, других областей, да, в которых живут там разные и демографические там группы, да, то есть как бы людей и прочее, там может случиться все, что угодно. Сибирь, например, это богатейшая часть страны, на которой живет там очень большая часть России. Все это прекрасно знают. И сибиряки это знают. То есть они это спокойно признают.
То есть это такие вот как бы реднеки, да, то есть России. Ну, то есть подальше от начальства, поближе к кухне. Ты хочешь спросить, развалится, размещение. Не развалится? Нет, я хотел вообще-то, хотел поцікавитися. Не, ну, насчет развала, це окрема тема. Ну, то есть ви вважаєте взагалі, чи можливо, що не внутрішні процеси, соціальні, там, революції і так далі, а просто географічний принцип. Імперія, да, расовий принцип, ну, расовий, етнічний принцип і релігіозний принцип. Я, более того, я очень на это надеюсь. У нас же с оппозиционерами, да, у нас же, почему мы как бы не любим, да, там, российских оппозиционеров? Потому что мы по-разному видим развитие России, ну, как бы дальнейшее видение России. То есть у российских оппозиционеров это Путин такой, ой, извините, я тут реально загнался, я устал, я ухожу, да. Посадите меня, может, можно? Да, то есть я мухожук, я ушел, да, то есть и тут пришел такой Навальный, и антикоррупция, и все хорошо, и Россия такая снова воспряла, встала с колен, да, то есть это по барабану. Но они как с бутербродом с ним. Ну, да. А нам это нафиг не надо, честно. То есть нам по барабану, кто там будет. Навальный, не Навальный, антикоррупция, коррупция. Да вообще насрать. Вот от слова совсем. То есть нас, в принципе, не устраивает наличие такого геополитического гиганта с нами на одной границе, причем на такой протяженности границы. Нам надо, чтобы он развалился к херам. То есть мы антагонисты по факту. Ну, да, то есть они хотят усилить. Просто ее как сделать более там проевропейской, но такой же мощной, сильной, и диктовать как бы другим условия. Просто немножко проевропейски, да. А мы хотим, чтобы они к чертям развалились. Чтобы они там развалились на Сибирскую Народную Республику, Московскую, Санкт-Петербургскую. И строила там же демократию, и люди жили счастливо, и чтобы было все добре им было. Я понимаю, что, например, автономная республика Америку это не устраивает, да. Почему? Потому что они понимают, что там ядерное оружие, как у дурака Фантиков. Если там сейчас начнется какая-то буча в регионе, то все вот эти вот их возня с Северной Кореи там, и Ираном и прочее, это будет детский лепет вообще, по сравнению с тем, что если там Сибирская Народная Республика захочет повоевать с Московской Народной Республикой, там же капец, там полконтинента уйдет под воду. Вот. И понятно, что это как бы никого не устраивает. То есть им нужна стабильная, контролируемая Россия, чтобы там кто-то держал все это за яйца, да, то есть и не дал там в случае чего, не делал каких-то лишних телодвижений. И мы с этой мыслью как бы с Америкой не сходимся, то есть нам вот именно надо, чтобы под воду, чтобы развалились и вообще ко всем чертям. Ну, чтобы исторические прецеденты закончились, какие каждое столетие продолжаются. Да, дайте нам спокойно, как бы, чтобы они там развалились, чтобы нас никто не задалбал, мы там нормальную стену построили, крокодилов в ров запустили. Такие есть... крокодилы. Мы просто всегда спрашиваем, знаете, наших гостей, вот что, каких животных будем запускать на границе с РФ? В смысле крокодил. Каких животных? У нас орков там, черт его знает, сколько. Там просто в ров надо согнать, как бы вот они на вопах сидят, а так их в ров просто скинь. Ага, все, хорошо. Забрали. Думаю, що у нас є серйозний шанс, щоб нас знову показали по першому російському телебаченню. Ну, в принципі, нас це не сильно хвилює насправді, хоча іноді приємно. Вишиванка. До речі, знаєте, дуже давно не було, да, Андрія в ефірі першого російського каналу вишиванки із титром на українському язикі. Боже, ми були так приємно. Вони нещодавно от знову Азов рекламували, тобто вони, так, вони молодці. Стараються. Таке враження, що вони нам підігрують в інформаційній. Ну, власне, якщо серйозно, вас... Ви, кстати, розумієте, взагалі, як обідно взагалі от там от в ДНРі цієї, да? Тобто, я не знаю, що там у них там в мозгах, але от вони смотрять, там сидить какая-то это их бригада пятнашка, да, там, например, да, там, или еще какая-то. И такие, блин, а почему Азов рекламирует, а нас нет? Ну, как-то так. На 9 мая рекламировали. Хай попробуют покричать «Слава Украине», подойдет. А, кстати, да. Парады. А взагалі, у вас чуть-чуть о порочих связях. Контакты с россиянами лишились? Да. Вони взагалі розповідають, ну, я розумію, які там живуть. Да. Але я маю на увазі людьми, які проживають на території країни-агресора, і які настрої взагалі змінюються, щось не змінюється. Ми, як правило, спілкуємося, питаємо доволі часто, було такого. Ну, якому він в Сербії живе, він раніше там до цього жив в Росії. Така маленька Росія на Балканах. Ну так, тобто там і українці, і росіяни, і в принципі, ну от, опять же, там от во всьому виноват режим Путіна. Да, то есть я как бы пытаюсь сказать, что окей, режим-то Путина, ладно, а вот все те люди, которые в руки взяли оружие и через границу повалили сюда, то есть их что? Режим Путина сюда сказал ехать? Это их убеждение мочить хохлов там и все такое, и Украина так должна развалиться и быть нашим этим. Украины нет, она не может развалиться. Ее нет, ее надо вообще этот кусок там земли присоединить, и вот мы сейчас вот приедем и всем там наваляем, а потом что-то назад грузами 200 уезжают, потому что злобные хохлы, оказывается, тоже стрелять умеют.
А нас за что, да. Да, а нас за что. Мы что тут великое, доброе, вечное распространяем. Поэтому там как бы вот такое видение. И это тоже, в чем мы как бы ну, не сходимся, потому что у них во всем виноват режим Путина, а я все-таки переношу еще как бы вину на нацию. То есть вы это допустили, вы это позволили. И то, что вы там не согласны, ну, как бы, извините, когда украинцы были не согласны, у нас здесь 121 человек погиб, как бы, в центре Киева. Ну, то есть мы тоже были винні в Януковичі. Ну, да, мы были тоже винні в Януковичі, и мы пішли це виправляти, в принципе. Да, то есть, как бы, и это была, ну, огромная жертва. Но если бы не мужество, то было бы гораздо больше еще жертв. Да. На самом деле. И сейчас продолжаем, да. Как бы, откашливать это все дело, и мы продолжаем откашливать. И, а ваши, как бы, ну, там, моральные страждания, там, потому что вас посадили в обик на 5 часов, простите, мы вас не поймем. Слишком разная реальность. И в том же, и точно так же они не поймут тех людей, потому что они с ними ни хрена не общаются. Вот я честно говорю, никакие оппозиционеры, они не пытаются общаться со всем тем говном там, из там, какого-то там Волгограда, который там сидел где-то в селе, а потом этот человек поехал в Украину убивать украинцев. Вот не общаются они 100%. И не пытается он ему ничего доказать, что это плохо, нехорошо, не делает такое, это неправильно. То есть у них такая фейсбучная, инстаграмная реальность? У них, да, у них там свой красиво. Мирок, при котором они там все в белом, да, то есть, а все остальные дураки. А, так, у нас лишилось буквально 3 хвилини. Безвіз, ваша оцінка. Які круто. Перспективи, чому, і, ну так, тезово. Круто, здорово. Во-первых, это чуть-чуть удешевило как бы поездки, что как бы, то есть мелочь, а приятно, да, как говорят в Одессе. Во-вторых, это, ну, даже дело не в том, что это там удешевило, то есть это такой предбанник, да, то есть как бы в Евроклуб, да, вот есть там какой-то вот такой дворец, и вот есть те, которые могут туда там заходить, открывать дверь ногой, да, а есть те, которые сидят на улице и просят и стучаться, вот типа Турции, да, то есть туда. Вот так вот бросают камешками. И абсолютно неважно, да, сколько у тебя там денег, или насколько ты крут, или сколько у тебя там ядерного оружия. Тебя либо принимают в этот клуб, либо не принимают. Либо говорят, что окей, дружище, мы с тобой там делаем задел на будущее, на дальнейшее развитие, перспективу ведения бизнеса и какую-то ассимиляцию, да, то есть. Или говорят, идите нахер, вы нам не нужны. Вот вы там сами по себе, а мы здесь сами как-то своей тусовкой. То есть Украину приняли цих? Да. То есть мы как бы, ну, еще не полностью, потому что надо войти в Евросоюз, но как минимум мы должны к этому идти. Ну, учитывая скорость, понимаешь, перевозят, ну, мы быстрее всех вошли, 3 года. 3 года, и опять же, то есть, и при этом надо понимать, что мы не просто вошли, мы отбились еще от таможенного союза, который нас тащили просто за ноги. То есть это не просто было, что типа, ага, Украина нормальная страна, давайте ей дадим там, они там с нами торговать будут. Да нет, мы там, мы шашкой отмахались от безумного соседа, который нас тянул в этот таможенный союз, и выбрав путь, мы как бы, мы туда зашли. То есть это не просто там, да, событие, а это событие, к которому Украина приложила очень много сил, и оно у него получилось. То есть у нее оно, это событие вышло. И это историческое на самом деле событие. Хотя, если ну, вот хлеб, на хлеб вроде бы не намажешь. Ну, потом намажешь. На знаешь, если бы мы вступили в Таежный союз, по-другому его никак невозможно назвать, да, то мы бы потом просто долго и нудно отмывались. Ну, Стокгольмский арбитраж выигранный. Синдром. Просто только благодаря тому, что у нас там было 5 профессионалов. У нас был бы тогда. Мы бы реально бы не отмылись. Серьезно говорю. И мы бы понесли огромные просто убытки. И страны бы, возможно, не было, потому что нет экономики, нет страны. Ну, как и нет армии, согласна. На этом сослагательном эпизоде. Я оптимист, Андрей реалист. Так он думает, на самом деле он пессимист. Так, ладно. Разбор наших особистых вражений один від одного ми лишимо за кадром. У нас в гостях був пан Серж Марко, відомий блогер. Будемо стежити за подіями надалі, будемо інформувати вас. Дякую дуже за участь. Приходите к нам еще, мы еще поговорим об инвестиционном климате. Андрей, как всегда, со своей войной об экономике не успели поговорить. Поэтому мы вас приглашаем еще раз, хорошо. Пользуясь случаем. Берегите себя, не переключайтесь, впереди много всего интересного, а следующий эфир особенный.